уже новогодние темы, вот та вещь, которую мы сейчас исполним, она называется «Крещенто», такое рабочее название. Вот, она тоже имеет такую новогоднюю тематику, точнее уже после Нового года, что происходит с лесными красавицами после того, как их попользовали, и собственно все. Да, поэтому вот мы, может быть, такой небольшой месседж хотим закинуть всем. Не покупайте, пожалуйста, у барыг красивые елки, только сертифицированный товар. Невесток метлой летучей убираю.